еще один способ, и, наверное, самый быстрый. Это просто берем сверло нужного диаметра. Вот, например, гусиная лапка 38 мм. И сверлим. Вставляем в центр намеченного отверстия. И включаем процесс. Работаем в дачных условиях. Напряжение слабое, ну, какое есть. Быстро не получается, но я думаю, не беда. Да, доска еще после дождей сырая. Чуть-чуть осталось. Вот такое отверстие.